Добрый день, уважаемые трейдеры. Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста ТВ. Как сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, данные по безработице среди молодого населения еврозоны далеки от желаемых. В своем ежегодном прогнозе занятости аналитики из ОЭСР особо подчеркнули неравенство уровня безработицы в отдельных странах зоны обращения единой валюты. А также указали на то, что так много безработных в странах еврозоны не было за все время существования единой европейской валюты. Так, чемпионами по-прежнему остаются Испания и Греция, где на бирже труда официально зарегистрировано более четверти трудоспособного населения – 28%. В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, безработица находится на отметке в 5,3%. Во Франции она составляет 10,4%. В целом по еврозоне нынешний уровень безработицы составляет 12,2%. Наиболее опасным для экономики и социальной стабильности региона фактором эксперты считают низкий уровень занятости среди молодежи. 23% тех, кому не исполнилось еще 25 лет, не имеют работы в странах еврозоны. Причем в Греции и Испании ситуация катастрофическая. В этих странах нетрудоустроено почти 60% молодых людей. Согласно прогнозу ОЭСР, уровень безработицы к концу 2014 года в зоне евро будет 12,3%. Во Франции 11%, в Италии 12,5%. В Германии одна из ключевых целей сегодня – снижение уровня безработицы до 5%. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. Всего вам доброго. До свидания.